На перекрестке Червоноармейской и Крещатика стоят двое интеллигентного вида, одеты хорошо. Мимо идут два мужика. Он к ним говорит: скажите, пожалуйста, как вот здесь на Крещатик нам пройти? Те молчат. Один другой говорит: слушай, может, они не понимают, может, они не местные, не украинцы. Excuse me, sir, английский. How can I get the Крещатик Street? No answer. Никакого ответа. Они, значит, по-немецки его спрашивают, по-польски там что-то такое спрашивают, по-русски спрашивают, еще раз, бесполезно. Плюнули, ушли. Один из этих мужиков другому говорит: яка разумна людина, скільки мов знает. Тут, и что це ему дало?